Привет. Любовь. К нам пришла любовь. Смотрите. Осма, все дела. Да, это Осма, короче. Ребята, сегодня она снимает на очень крутой. Да, мы снимаем кино, у нас будет часовой выпуск. Да, да, даже начать его тут. На Дарьи. Ребята, на Дарьи. Мне сегодня даже специально подарили вот такую вот футболочку фирменным стилем. Вот, собственно, Борис. Все на базе, сейчас будем пить чаек. Но вот эта вот установка, на которой вообще камера сейчас подвешена, это безумие какое-то. Я смотрел несколько видеороликов про нее, как там, хотите снять кино сами? Ну, то есть там, ну, до такого, знаешь, там так водишь, короче, она так ровно снимает и вообще... Тут какие дела? Так. Мы вас будем мучить, шикардос. Должны где-то повесить фончик на что-нибудь, как-нибудь, чуть-чуть. У нас есть футболочки, короче. Но я думаю, мы не будем портить стены. Вот. И фончика тоже, но мы использовали мамин кусок ткани, чтобы сделать здесь синий фон. Сейчас будем снимать портреты всех ребят, кто здесь присутствует. На... Ну, это не китовый полтос, но это Sony FE, достаточно бюджетный. Снимаю свой 35-миллиметровый. Вот здесь вот еще одна. У нас параллельная съемочка идет. Повсюду камера, повсюду камера. Я не привыкла к такому вниманию. Со всех сторон. Ну все. Кузинь? Что происходит? Да я как бы социофоб в принципе вообще-то. Или социопат. Социопат вообще-то. Я там чайный вопрос. Можно к вам заглянуть? Да. Класс. Прессованный чай, вот такие вот 200-граммовые блинчики. Собственно, здесь у нас целых два Black Metal Shoepoer, подороже, чуть подешевле. Это классика, это коллекционное издание. Вот у нас сегодня приехал Шен. Фибоначчи, это вообще просто отрыв головы какой-то. Это Sweet Garden. Здесь, кстати, сделана упаковка в стиле гольф. Здесь у меня, короче, две баночки стоят. Из этих баночек никто не пьет чай. Это специально для Артема. Он их пришел, поставил. Пускай они у тебя здесь стоят. Я буду приходить, будем с тобой чаек из них пить. Самый желанный чай. Здесь у меня еще есть вот такие вот коробочки. Это от проекта Tiguanini Ref. Гриша меня в свое время влюбил именно вот этими коробочками. А вот Настя, собственной персоной. Привет, Настя. Привет. Привет. Это очень неожиданно. Неожиданно приходишь такое, у тебя уже синий фон, фотостудия открыта, понимаешь? Вот. Люди чай, да, собрались попить? Что, что-то происходит? Делаю экшен. Да,
на еще. Да, я это было выражение, наверное, моего лица. Давай, раз, два. Когда ты весь без этих, без пятнышек? Да. Либо наоборот, пятнышки как рисунок складываются. Мой стиль кунг-фу сильнее твоего стиля кунг-фу. Так, еще. Вроде такие, знаешь, встретились, обсудить все детали или какие-то вопросы, какие есть. И все такие, ну, что-то вроде пообсуждали, и никаких вопросов вроде не осталось уже, но все равно ничего не понятно. Но тема интересна, потому что если вникаешь в непонятное, то пытаешься что-то сделать с этим, то растешь. А что за тема? Песня «Любви и смерти». Вот это, да, как раз? Да. Ее будут играть. Да. Дарья, я скину все фоточки тебе, ты их транслируешь людям, ладно, всем присутствующим. Конечно. Потому что мы сегодня будем... С собой сняли, вот когда эту штуку только купили, там вообще бомба. Ну там ничего не происходит, я просто хожу и делаю то же, что каждый день, но может кому-то будет у нас 42 просмотра уже все-таки, кому-то интересно, чем я занимаюсь. Вот, Алис круто снимает, очень мне нравится картинка, и как получается, и мы команда. Это заметно, это здорово. Тебе уже предложили сниматься в фильме? Да. Я только проснулся сегодня и мне позвонил Барри и сказал, все, мы снимаем кино. Я сказал, ты проснулся кинозвездой. Уснул обычным человеком. Проснулся. А потом в фильме. Да, при этом еще ни в одном фильме не снял. Полным ходом в стенке. Съемка идет. Фотографирование. Не успел прийти уже с фотографированием. Привет.
пьем. Здравствуйте. Подгонов молодых людей, которые были сегодня с самого утра. Это бравые хлопцы. Павел и Роман. Один в кипарике, другой с бородой лысый. Они были как Володя. Смотри, как у него. Да, только сосок натирает. Вот. Они оставили подгончик чая. Собственно, мы его сейчас и пьем. Это шупуэр рассыпной. У всех чайников вообще в принципе есть множество всяких движух, всяких фишек, чем можно в кадре удивить народ. И сегодня я как развеиватель мифов, разрушитель мифов, буду показывать, что же есть такого, что можно запечатлеть. Конечно же, это атмосфера в первую очередь, потому что все сидят и молчат, и пьют чай, и делают умное выражение лица. Но в нашей чайной могут все делать выражение лица. Какой язык? Любое. Вот. У нас, кстати, сейчас будем представлять всех гостей, собственно. У нас здесь вот представительство великолепных резидентов под названием Trash Crew. Вот Trash Crew — это ребята про то, чтобы делать анонсы для... Анонсы для чая в шутливой форме, но они повышают продажи, уровни продаж нашей чайной на процентов, наверное, на 3%, может быть. Я думаю, это нормально. Без половинки. Мы это вырежем. Короче, как так. Вот у нас есть представительство уличных художников, у которых... там значки того, что огня опасно, и чей-то клык. Не только, у меня еще есть Эдельвейс. Эдельвейс, вот. И вообще, в принципе, великолепный человек Ян Каплан сегодня. Здесь у нас Борис. Человек, который радует своим присутствием всегда и каждый раз. Человек, который изучил самое большое количество даосских, дзенских, японских, китайских трактатов о познание мира. Вот, и, естественно, Ольга. Вот такая вот. Красивая. Такая красотка. Она сидит на фоне синей стены. Синей стены, да. Это такое у нас происходит. Ну, собственно, предлагаю попить чай. Нормально с одного дубля, да? Или это так? Вообще. Да. Вообще. Только познакомились, когда мы-то уже давно знали, да. И все. А кто только-только? На всякий случай. Ну, надо все ожидать. Тебе же видно, что что-то надо ожидать. Спасибо. Извини, что от тебя отвлекаю. Я просто попью. Обязательно после того, как вы попили чай, лучше всего покушать. А после того, как вы кушали, лучше попить чай. Давай, хорошо. Я присоединился Ян Каплан, и мы перемещаемся на следующую локацию. Рисовать, снимать, творить, чтобы вдохновить нас всех взять что-нибудь в руки и сотворить из этого что-нибудь другого, и с помощью этого. Здорово. Ребята, Янчик, это ребята. Ой, вырубился где-то в процессе. Где Боря? Вот, бро, это наша бочина. Тигры. Ну, жаль на него смотреть, конечно, но он рычит по ночам. Он говорит, вот.
Все, малышка, что мы под кухонный столик? Поставить диванчик. Вот этот диван. Блин, хотя нет, вот так вот зонирование мне нравится. То есть здесь вот кухонька, два кресла, стол, там отдельный диван, тот, ну, типа, попялится. И здесь диван вот так. Ну или как? Ну, стрэндж вот так диван. Мне нравится. Такого саундтрека у нас будет много проблем с копирайтом на ютубе, поэтому мы поставим подкастик. Thank you.
couch, got fingers in your mouth, girl, bring it closer. Me so my heart comes down, my heart comes down. Got about a half an ounce of that tree, got about a half a cup of that lean. I say, go on and keep your feet up, I'ma go ahead and twist the leader. She said, cool to say what I mean. I said, go on and do what you feel. She said, bend me over and see. I said, yeah, wish you I'm not afraid of the dark.
is dead and buried. A version of me is like 11 birds. It did the math, it's like $2,000 every word. I'm on the verge, I beat the church. I kiss some niggas and I walk away from it. Then I observe, just how you curve. Then told a nigga that they gotta wait for me. I know you ain't hard to man. I'm ballin' on the pussy nigga like you want a man. I'm churning all inside the pussy like I never swear. Hey, fuck your YG, I put something on this on the gram. I'm the man. Me, at the man. Yo, it's your boy Jay Diggs. You're listening to the Up Radio Show live on Save On Radio. Behind us right now, Crazy Pretty Flacco edit, for my guy Eccentric. Starting off the show with some chill vibes by KRS, Crazy Waiting in Vain. So you gonna play some dancehall vibes for us tonight? Of course, I love my dancehall. Dance with that. You're pretty new to DJing, right? Like, when did you start DJing? I've been DJing. Nice. Awesome. Well, I'm excited for your set. Let's get into it. All right, good luck. KG Fred stepping up. You're my everything.
Не отвечу тебе. Cara.
When we be all alone. Sorry. Flexing, 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 come from the western. Telephone texting, texting, troubling you and flies and a pesting. Interesting, money off a double grab, spending, stepping, more like the temping. Groovy, move your eyes, spend me, painting me, Madison, but I want the world. Na na na, paranoid, I got to pack it now. I'm beating my legs, I got out. I said I'm beating my legs, I got out. La 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 la. Борис ушел.
Просто поставить капсулу и нажать на кнопочку справа. Когда она, если она мигает, значит подождать, пока она перестанет мигать. И нажать еще раз. Сама не знаю, чисто в зернах. Зеленый — это значит не так сильно обжарен. Все, для журналистов золотой с этим. До золотого состояния обжарен. Мы сюда пойдем. Ничего себе, какой зеленый. Музыку я забрал, ладно? Под любой. Завтра съездить в Икею и купить, ладно, ну пусть это будет тоже на видео, купить вешалку такую, которая стоит, она лишней не будет. Полезная штука. Какую вешалку Thank you.
Дель Песто. Мне просто сначала тут не понравилось, потому что я залетел, ну, типа, насквозь прошел, у меня было время только так посмотреть. И сейчас, когда мы уже вот повесили тюль, и вот эту шторку, и все как бы обустроили, и коврик разложили, уже какое-то подобие очень хорошо. Какое-то подобие, не то что подобие, а уют. Ну да, так обычно бывает. Кстати, удивительно, видно, как выглядит тюль, ну, как бы шторы, и все, уют сразу сделан. Освещение высветило. Нет, не Джей Краш. Это чувиха вдохновленная, не Джей Краш. Это свежачок. Слушай, что она вдохновила? Но он же не только электронику делает. Он все электронику показывает. Трип-хоп как делает. Просто на него с этих ставит. Трип-хоп такой. Что, колоночки этой немножко хватит, не будем брать еще. Вроде нормально. Нам же не надо, чтобы супер качало, наоборот, надо это. Чтобы не напрягало соседей. Полезно. Все приятно, если все прекрасно. Снимай ближе. Давай.
Может, водичку новую принести? В этом проблема? Нет. Здесь еще стаканчик. Пока всегда пустят. Ну, не совсем до краев. Какой? Чуть больше половины. Надо поставить близко. Будут фоткаться уже, как бы это заметно.
Не, ну мята текстура, это не сказать, что совсем уж тут. Не, ну есть там, да, мятый хлопок, но она должна быть, ну, не это, без прямых. То есть она должна быть мятая, пусть будет мятая, я там прямые линии разгладил, уже лучше. То есть если она вертикально мятая, как будто она так, ну, типа, висит, норм. Но вот это вот горизонтальные, да, горизонтальные сгибы так себе. Ну да, там окна, колеса, колпаки на колесах, фары. А шипики, шипики. Шипики? Ну это если есть микроскоп. Есть. Есть? Да. Ну тогда, почему бы нет? We do the livest tracks, all types of music, from before your time, during your time, stuff we get to encounter. When listening, it's really weird if you're not.
town. We on No Doubt Radio. Keep it locked. Снимать в большом пространстве. Я не знаю, какой он, ну, типа, там телевизор. Можно просто какой-то круглый стол там, короче, поснимать. То есть собрать каких-то людей на обсуждение чего-нибудь и поснимать. Ну, можно телепрограмму дальше снимать. То есть, в принципе, можно придумать какую-то телепрограмму и снять 5 выпусков, попробовать ее продать. Интервью там с каким-нибудь деятелем. Кстати, какие прикольные. А, сугуёвка, он красный, да? Пробуем малышка презентации с этим креплением на точке. У нее на видео, то есть там прямо такая жесткая цепочка. Вот, и там с утра до вечера весь наш день очень здорово получилось. Много архитектуры нашего города, причем такое, то есть мы ничего такого экшена никакого не видели. Это было воскресенье, и все тут на расслабоне. То есть типа, целый город на расслабоне, и все просто вообще супер расслаблены. А, вот оно как получается, да? Техника, блин, какая. Надо еще зеленый фон, но...
Такая круглая кепка. Там же слева. Не разбуди его только, а то нас выгонят. Оно такое. Он. Вымазывающий, конечно, не знаю, да, полтора месяца.
там выпили лицо и решил пить. Интересная история, она как бы не с коллективом. Что ты сам с собой, сам привычный. А там 12 человек. А 12 человек все друзья. Кто-то там свои инструменты, кто-то все друзья. Еще, а когда вы это выдавали, представляешь, они все описываются в одну квартиру. Я это вот здесь вот. Что происходит? Я не знаю, как я выгляжу. Она для этого, для... Вылетело слово из головы. Что оно означает? Как называется маркер, который должен течь? Сквизер, да, это сквизовая краска. Но я уже потом это обнаружил, когда вот руки были такие же после прогулки, после вот того тега. Один тег и руки синие, короче. Можешь еще взять? Нет, вот вам на Алиэкспрессе будет, но фиг знает, кого он тут будет держать. Борис, ты мне закажешь с Алиэкспресса чехольчик? Какой? Такой вот толстый, как у Марины, пуленепробиваемый. С ремешками на шею, как малышу. Спасибо.
это свежо. Ну ничего, там все оценили, как бы. Спасибо большое. Коллега мой оказался. Значит, сильно хотел с вами познакомиться. Ячика, тебя узнают? Вообще. Только стены. Надо глаза на стенах рисовать. Я тебе кусок вести тут. Я уже три лука на его фоне сделал. Вот, три дня есть. Можно, это что, из гонька? Или из машины? Скоро, кстати, будет вроде мероприятие, посвященное 20-летию. Ты мне разрешил тегать за DSC, но я ни разу этого не сделал. Но слушай, брат, помнишь, ты делал кусок у меня во дворе на гараже? Его закрасили к чемпионату, но я там натегал avionosno.com, и это пока не закрасили. А потом Денис Евгеньевич Плотников увидел, что я техники держу. Вот. Подошел ко мне и говорит, а что у тебя за спичечный коробок? Я говорю, спичечный коробок. Он говорит, ну-ка покажи, открывай это там. Ты мне обещал